тысячи неравнодушных жителей, 48 площадок, где в скором времени пышно расцветут кусты сирени. Так вкратце можно рассказать об эколого-патриотической акции «Лес Победы», прошедшей в Ленинском районе. Впрочем, сухие цифры здесь далеко не самая главная. Цель этого мероприятия, посвященного победе в Великой Отечественной войне, добрыми делами вспомнить своих героев и отдать им дань памяти. Мы в неоплатном долгу остаемся перед нашими ветеранами, нашими уважаемыми, родными, дорогими ветеранами, которые отдали свои жизни, положили и отдали свое здоровье, чтобы мы сегодняшние могли радоваться жизни, могли растить своих детей и могли вот так вот, взявшись дружно за руки, посадить замечательные деревья. К акции подключились все поселения. Центральной же площадкой стал Расторгуевский парк. Здесь стараниями благодарных потомков свет увидела целая сиреневая аллея. В плодородную почву были высажены более 100 саженцев с говорящими названиями сортов «День Победы», «Великая Победа», «Маршал Жуков», «Алексей Моресьев». И надо отметить, выбор на сирень пал не случайно. Она символ победы, войне. Семилетняя София постоянно помогает на таких мероприятиях своей бабушке Ольге Кузнецовой. Благодаря семейному тандему более десятка деревьев и кустарников растут в разных уголках Ленинского района. И по словам Ольги, это для них больше, чем просто акция. Чувствами в первую очередь благодарности нашему старшему поколению за то, что было, за то, что они перенесли, за то, что они отстояли нашу Россию, нашу Русь, наш Советский тогда Союз, за то, что нам есть возможность жить под мирным небом. Семья Жамалиевых пришла в парк в полном составе. Родители считают, что с самых ранних лет детей нужно приобщать к памяти о героях Великой Отечественной войны. Я когда-то сидел на коленках у своего деда, который мне рассказывал что-то об этих ужасах войны. Мои дети не имеют такой возможности посидеть, и они уже по моим рассказам все это знают. А оставшиеся ветераны, их уже не так много. И это действительно это шанс еще пообщаться с теми участниками, непосредственными участниками этих боевых событий. Высаживали кустарники в этот день не только в парках и скверах, но и во дворах. В семье Ольги Силкиной уже много лет живет в доме на Заводской 24, и женщина прекрасно помнит сиреневую аллею, которая раньше радовала взоры местных жителей. С просьбой возродить этот сад она через социальные сети обратилась к главе муниципалитета Валерию Венцелю. Дедушка войну у меня прошел, он закончил артиллерийское и потом шел на фронт. Он, конечно, не дожил. Вот его жена, моя прабабушка, мы всю жизнь здесь, в этом доме. Всегда была сирень. Сейчас растут уже наши дети, хочется сирени. И вот дело сделано. Совместными усилиями меньше, чем за четверть часа были посажены 10 саженцев. За судьбу их можно не беспокоиться, ведь шефство над ними взяла бабушка Ольги Людмила Семеновна. Обязательно будем поливать ее и ухаживать, и подкапывать. Я вообще сама любитель и сажать, и сеять. Много деревьев сама посадила, и кустов сирени. Жительница микрорайона «Зеленая аллея» Юлия Вельчинская также написала руководству района пожелание высадить у ее дома саженцы. Ответ последовал оперативно. Это знак памяти и уважения нашим предкам. Повод выйти, посадить деревья, ухаживать за ними. Все это лишний раз напоминает о героизме. Всего в рамках акции «Лес Победы» в муниципалитете были посажены более 2000 кустов сирени. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.